Что делать, если человек совершил грех? В первую очередь, человек должен искренне раскаяться, прекратить совершение этого греха и твердо решить для себя в последующем не повторять этот грех. Помимо этого, согрешивший должен скрыть свой грех и не рассказывать о нем. Ведь мусульманин должен скрыть свой грех, подобно тому, как он обязан скрывать грехи своих братьев. Верующему не следует разоблачать ту тайну, которую знает только он и его Господь.